Всем привет, ребята! Все мы знаем, что компания Xiaomi делает очень востребованные смартфоны. И вот сегодня появилась информация, что в скором времени нас ждет долгожданный флагман, а именно Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Лей Дюнь намекнул, что презентация данного девайса, прям не за горами. Также новинка была замечена в базе данных бенчмарка. И мы имеем чемпиона, которому нет равных в мире. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Недавно Лей Дюнь написал в социальной сети Weibo, что скоро все фанаты получат просто нереально крутой флагман, а им должен стать Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Презентацию будет проводить не кто угодно, а лично Лей Дюнь. Если сложить все это, можно с уверенностью сказать, что нас ждет что-то необычное и интересное. Теперь поговорим, на что все-таки будет способен Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Он имеет модельный номер M200 7G1SC. В тесте производительности в Antutu аппарат набрал внушительные 687 422 балла. Это делает его самым мощным смартфоном среди всех вышедших и готовящихся к релизу смартфонов. По данному тесту можно предположить, что смартфон получит мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 865 с плюсом. Конечно же, оперативная память должна быть быстрой, а она также должна дать такую производительность в данном тесте. Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Высокую частоту обновления дисплея сейчас, ребята, это тренд, без этого вообще ни один флагман не выпускается. Стереодинамики, аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Конечно же, NFC и ЭК порт. Будет поддержка быстрой зарядки, минуточку, мощностью 120 Вт. В сети имеется множество информации, что камера смартфона Mi 10 Pro Plus будет непростая и должна сразиться с лидерами рынка. Но пока известно, что будет 12-кратный оптический зум. Все, больше ничего не известно. Презентация смартфона должна уже пройти в августе. Может быть. Цена гаджета также держится в секрете. Ну что же, ребята, как мы знаем, Mi 10 Pro, просто получился бомбический телефон. Mi 10 также получился очень и очень хорошим смартфоном. Ну, конечно же, ребята, это Xiaomi. Когда мы покупаем Xiaomi, мы понимаем, за что мы отдали каждый доллар и что мы на выходе получим. Потому что всегда мы получаем очень производительный, очень качественный и действительно флагман. Потому что сейчас многие производители стараются сделать такие смартфоны, как компания Xiaomi, чтобы предоставить максимум возможностей по минимальной цене. Потому что мы заслуживаем этого, отдать $100 и получить на выходе очень и очень крутой телефон. А этим на данный момент похвастаться могут только несколько производителей, в том числе компания Xiaomi. Ну что же, с вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!